Оставаться дома и быть физически активными. Спортсмены в период самоизоляции тренируются в домашних условиях. Известный рекордсмен, заместитель председателя общественного спортивного движения «Сильная Россия» Марат Узденов запустил спортивную эстафету в соцсетях. В ней приняли участие многие известные люди. Подробнее о спортивной акции узнавал Алихан Лепшоков. Спорт – основа жизни. Несмотря на режим самоизоляции, спортсмены Карачаева-Черкесии не перестают быть активными, тренируясь в домашних условиях. Сегодня я также приму участие во всероссийской акции «Тренируйся дома». Раз. Известный рекордсмен, заместитель председателя общественного спортивного движения «Сильная Россия» Марат Узденов, находясь в режиме самоизоляции, продолжает активно заниматься спортом. Основная цель спортивной эстафеты – призвать людей вести здоровый образ жизни, особенно спортсменов, которые не могут в полной мере вести общие тренировки в спортзалах. Добрый день, дорогие друзья! Сегодня хочу присесть с этими бутылями 10 раз и передать эту эстафету всем моим друзьям, знакомым, всей России и даже за границей, чтобы все, кто сейчас сидит дома, не проводили время зря, хотя бы занимались спортом. Занимайтесь спортом, и все у вас будет хорошо. Неважно, какие упражнения делать, самое главное не терять форму, убежден Марат. И данное свое обращение он загружает на свою страницу в Инстаграм. Ранее спортивную эстафету от рекордсмена приняли не только известные спортсмены республики, но и со всей России. В их числе летчик-герой России Дамир Юсупов, именитый российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов. Они также показали пару упражнений и призвали заниматься дома спортом. Мы уже долгое время находились дома, и многие спортсмены уже начали терять свою форму. И я решил запустить такую эстафету, чтобы мы занимались спортом, и спорт нас объединял. То есть эта эстафета нас многих вот со всех точек России принимали мою эстафету, и это нас объединяло. Мы еще больше и лучше относились друг к другу. Вот, и как бы моя идея удалась. После меня там пошли уже много других разных эстафет, там и Минспорт запустил, и разные эти федерации дзюдо запустила. Победитель первенства России по греко-римской борьбе Омар Мямхягов также принял участие в спортивной эстафете. Он подчеркнул, что такие мероприятия дают возможность не терять связь между спортсменами, будучи в самоизоляции. На данный момент в связи с сегодняшними обстоятельствами в домашних условиях это как бы мотивирует друг другу передавать, и больше интереса, ну, дома не скучно бывает. Всем спортсменам хотел бы пожелать не расслабляться, продолжать также тренироваться. Пусть не в полной мере, как бы это получилось в спортзалах, но тем не менее сейчас, я думаю, это лучший вариант. Мотивация в действии. После такой спортивной эстафеты многие начали свои индивидуальные тренировки в домашних условиях. Алихан Лепшоков, Рашид Токов, Вести, Карачаево, Черкесия.